Лжемедсестер, которые забирали деньги и ценные вещи у пенсионеров, задержали полицейские. Следователи уверены, на счету аферисток серия краж, ущерб от которых свыше 4 миллионов рублей. Правоохранители блокировали автомобиль, в котором ехали злоумышленницы после очередного осмотра пожилых людей. Среди личных вещей при них были белые халаты. Под видом сотрудниц медучреждения они попадали в квартиры стариков и предлагали пройти бесплатное обследование. Среди потерпевших и 90-летний Федор Белолипецкий. У него украли все сбережения. Лег на диван, она стала там по спине чего-то лазить, щупала, не знаю чего. Вот. Ложись на живот, лег на живот, потом опять на спину лег. Наверное, минуты не лежал, меньше, да. Вот. И смотрю, она мне отвечает. Я думал, она будет еще что делать или что. Она мне говорит, закрывает за собой дверь, я пошла. В результате оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники задержали подозреваемых в автомобиле такси в городском округе Балашиха. При обыске по месту их проживания изъяты мобильные телефоны, 5 наручных часов, ювелирные украшения и одежда, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу. За что задержаны сотрудники? Следователи возбудили уголовное дело по статье кражи и мошенничества. Лжемедсестрам избрана мера пресечения. На время следствия их заключили под стражу.